Всем привет, с вами Андрей, вы на канале «Рабочие будни в Германии». Решил сегодня немножко поснимать. Снимаю один рейс, так как этот рейс будет вести меня к историческим памятникам города Гамбурга. Я посмотрел по карте, куда я еду, по навигационной системе. И это церковь Святого Михаила, построена в 1647 году. Извиняюсь, ее начали в 47 году строить, закончили в 1669. Вы представляете, сколько лет ее строили? Первоначально церковь была построена из дерева, но многочисленные пожары, которые происходили в Германии и также в Гамбурге, потому что многие постройки были сделаны из дерева, ее уничтожили. И уже ее восстановили в таком виде, в котором она сейчас предстанет перед вами. Это каменная церковь, она не была повреждена, практически уцелела. Там одна бомба попала, но не взорвалась во Второй мировой войне, и ее только реставрировали, эту церковь, и она сохранилась очень хорошо. Это визитная карточка города Гамбурга, и если повезет, я немножко поснимаю вокруг, потому что стройка, я так понял, находится рядом с этой церковью. Сейчас я вот заезжаю на улицу Рипербан. Это улица красных фонарей. Здесь ходят вечерами, даже днем ходят туристы, смотрят, потому что здесь разные магазины, секс-шопы и другие учреждения, которые только для взрослых. Ну, сейчас день, улица практически пустая, люди готовятся к вечеру. Вот турецкая забегаловка, ресторан, как раз мясо привезли свежее. Там на вечер все это приготавливается, потому что тут вечером очень много людей ходит. Кстати, раньше здесь было две полосы, но теперь одну полосу закрыли. Это для автобусов или для велосипедистов. Вот красная полоса такая широкая. Можно на машине проехать. Ну, потихонечку Рипербан перестраивается, потому что я, когда приехал в Германию, здесь был большой театр. Вот как раз на углу стоял старый такой, его снесли и вот построили отель. Ну вот и я покинул Рипербан. Улица небольшая, с полкилометра, может быть чуть больше, не замерял. И я практически доехал до своей стройки. Осталось совсем немного. Ну вот сама церковь Святого Михаила прямо перед вами. Огромная церковь, которая пережила Вторую мировую войну. Ее немножечко так восстановили, но она стоит. И здесь я уже, наверное, не проеду. Или все-таки проеду. Попробую я проехать. Места мало. Даже не знаю, как я там буду проезжать. Вот я из этого не люблю вот эти стройки, которые находятся в центре города. Потому что, ладно, если кто-то машину правильно, да, поставил, ушел, а кто-то бывает бросит ее, и она стоит прямо на проезжей части, ты проехать не можешь. Нормально прохожу. Что у нас здесь? Так.
Это почта, доставка, в принципе, нормально. Можно проехать. Здесь такой поворот. Надо будет аккуратненько. Проехал нормально, ребят. Думал, будет хуже. А вот и идет человек со стройки. Ну вот так все, рюмка набрата. Работают и болгары, и поляки, и немцы. Интернационал. И главное, все почти русский понимают. От коммунизма что осталось? От коммунизма? Но... Как что осталось? Хорошая память. Хорошая память, да. Что жил раньше хорошо. При коммунизме ты работал у себя в стране, а сейчас работаешь здесь. А, потом перестройка, когда была, голод. Я же работал в России, я знаю. Ну это везде так было, когда перестройка была. Всем плохо было. Но после перестройки в 1994 году я же был в России. Работал, как голодали люди там. Поселки. Ну потому что все хотели быть где? В демократии. Горбачев же открыл глаза, но они не понимают. Они не понимают, но конечно. Будет работать только для тебя, не за других. Ну вот такая жизнь, что поняли, но поздно было. Слушай, а как ты там прожил-то в этом поселке? О, я в Курской, я же сделал от немецки отсюда. Mm-hmm. Сделал город там, в Воротинском, знаешь? Mm-hmm. В Курской жил, в Воротинском был. Там строили для летчиков кедры. Mm-hmm. Целый город построили. Целый город? Mm-hmm. Так что, можно сказать, ты пожил в России, знаешь, да? Но ты жил в трудные времена, 94-й год это. В Москве было хорошо, но эти поселки, который был я, было очень плохо. Ну вот я зашел в здание посмотреть саму стройку, но они делают за зданием, просто я смотрю, здесь лепнина старая, 19 век может быть, а может быть и наш век, вот я вам не скажу, не стоит год. Здесь, представляете, раньше такие люстры висели большие, а сейчас простые лампы. Бетон заливают в подвал, это укрепление фундамента, здание старое. И можно посмотреть, что уже здесь все разрыли. Это все зальют. Всего лишь кубик. Лебичку? То вниз надо. Лебичку. Добре. Откремцев, откремцев. Дай дроки. Ну только помалу, кубе. Заливка будет происходить. Потихонечку. Курма, ты не вовлечь до вибратора? Да не кучал. Ребята, здания старые нельзя ломать и просто вот ремонтировать, восстанавливать. Это, конечно, дорого обходится для самих хозяев или для самого человека, который этим зданием владеет, но вариантов больше нет, потому что многие здания в Германии являются культурной наследственностью или исторической наследственностью. Ну, короче,
они защищены от сноса, потому что они являются культурным памятником города. И только можно будет внутри что-то переделать, а фасад, стены, чтобы остались старыми. Так борется Германия с незаконными постройками, потому что если бы ты мог все снести и построить все, что захотел бы. Но так нельзя. Вот, ребята, вопрос всегда мне задают. Хотим приехать в Германию на работу. Почему люди приезжают в Германию на работу? Потому что в стране, где они живут, как правило, работы мало. А если она есть, то она мало оплачиваема. И им приходится искать работу где-то в просторах Германии или где-нибудь во Франции, где Италия, может быть, где более-менее еще платят. Сколько у вас на стройке в Болгарии примерно получает сейчас? 1000 лева. А это сколько в евро примерно? Половина. Половина? 500 евро, да, получается? А здесь сколько в среднем зарплату, кто работает на стройке? Не знаю, разные, разные. Ну, так среднюю назови, чтобы сравнить просто. 1000. Больше, да? Полторы, две. То есть приходится приезжать, да, работать? Сейчас я подниму. Такие разговоры я часто провожу на стройках. Попадаются люди с бывших, скажем так, постсоветских республик. Болгария была одна из таких республик. И люди еще помнят Советский Союз, помнят, как был тогда и как есть сейчас. Он, конечно, мне на камеру все не рассказал. Он говорит, были бы мы одни, я бы рассказал побольше. Но, как говорится, не может рассказать все, что хотелось бы. Болгария — это Евросоюз, и цены на бензин и продукты питания даже выше, чем в Германии. Ну, это так я вам говорю, как говорится, между нами. То, что я узнал от человека, который приехал из Болгарии и знает обстановку изнутри. Ладно, ребятушки, я разгрузился. Вот такое небольшое отступление, как всегда. Сейчас буду выезжать. Надеюсь, это мой последний рейс. Надо потихонечку ехать отсюда. Кстати, здесь тоже какое-то старое здание стоит, тут кирпичное. Я даже не могу сказать, что это за здание, но оно интересное такое. А мне надо теперь попробовать отсюда выехать. Попробовать здесь проехать. А нет, я не смогу там. Одностороннее движение, значит, поеду направо. Здесь кирпичик, можно будет вправо уйти. И проехать здесь. Стройка только началась, первый день, так что бетон сюда будем возить. Уже зато знаю, как заезжать. Рядом какая-то кафешка стоит, студенты питаются. Придется вниз спуститься и потом направо уйти, опять на набережную, и уже в обратное направление поеду себе на завод. Давайте, дорогие друзья, прощаться с вами. Небольшое видео сделал для вас. Пишите свои комментарии, смотрите новое видео, подписывайтесь на канал. С вами был Андрей. Всем пока.